Категорически. С вами канал LGS. Сегодня мы будем играть в новую игрушку Kena Bridge of Spirits. Заценил, вроде прикольная игрушка по артам. Так что... Ну, я уже тут попробовал немножко. Думаю, не будем сильно напрягаться. Будем проходить на проводнике духов. Эксперт, что-то я боюсь, что меня просто задрючат и... И я не захочу проходить. Игрушка вышла не так давно. Совсем недавно. Недавно. Да, недавно. Недавно. 27-го где-то она вышла. Уникальные деревянные маски врезают в честь усопших и размещаются в священных храмах. Там они постепенно обращаются в прах, символизируя мирный путь духов в загробную жизнь. Не все духи способны пройти этот путь в одиночку. Не прочитал. Поставьте на паузу, прочитайте. Это я профоршмачил. Ух, как громко-то что-то она. Ну, графика красивая достаточно. FPS достаточно низкий, это тоже интересно. Вроде в прошлый раз повыше был. Я играю за кристалку, походу, из Dota 2, да. Релай. О, даже типа, ну, мокрый вон. Видно, что в воде поплавал. Зачем ты пришла? Это место полно страданий. Тебе помочь? О, озвучка прикольная. Слушайте, классно даже. Ничего не знаешь о страданиях. Это мой дом. Моя деревня. Уходи. Проводница духов. Для быстрой атаки, для мощной атаки. Все понятно. Это один и тот же, интересно, или нет? Бэйл вернулся. Так, пока что понятно, что я только проводница духов. Красиво, что сказать. Прям шикарно, я бы даже сказал. Так, а куда? Где? А, вот дверь вижу. А, надо вторую, наверное, зажечь эту. Точно. Дал энергию. Подключил электропитание. Вояж. Оба. Олени? Что-то похожее на
каменного, деревянно-каменного, рогато-оленьего оленя. Оба, метки какие-то. Оба! Артур, ими не путай, мать его. Кроха, ты здесь? Ну где же ты? За листиком. Ля, его незаметный. Ля, глянь на него, спрятался. Опа, спалили. Привет. А, это не случайно не про эти маски писалось вначале? Только что на спине у них маски были. Привет. Здорово. О, не бойся. Что тут случилось, малыш? Как кошак. Оба. А чё это такое интересное у неё? Это заражение, что ли? Найдите гнилушек. Так, что это такое? А, вот, все. Двойной прыжок. Ну, это понятно, почти в каждой такой игре есть двойной прыжок. Еще одну гнилушку нашел. О, побольше, черный. Эва, у него улыбка. Шесть штук должно быть их, да, получается? Показалось? Да, показалось. О, вон там есть одна. Я вижу даже ее. Пам. Пошли. Так, там был... Так, погодь. А, вон. Ой, раз, два, три. Же тут камень, наверное, выше должен быть. Так, ладно.
А, вот. Вон она, вижу гнилушка. Еще один чувак в мою армию. Моя армия растет. Опа, вот тут что-то есть. О, фонарики был. Ты какой? Идем, идем. Чихнуть. Будь здоров. А чё, он же вроде не чихнул. Секта. Идемте. Последний гнилушка остался стопудов там, куда побежали эти мини-путы. Скаркуч. О, сундук. Это последняя гнилушка. Да. Все. Гнилушки все. Пам. Теперь гнилушки могут выполнять больше действий. А, на пульсацию. Бам. А, нет. Импульсации вен, перемен. Мы ждем перемен. Так, секунду. Second place. Нам вот туда, наверное, да. Я тебя понял. Спасибо за подсказку. О, еще одно гнилое гнилье. А-а-а. Собирайте капельки с помощью пульсации или касайтесь их, чтобы накапливать отвагу. Понятно. Гнилушки готовы. Уже готовы? Я так быстро их накопил? Вперёд. О, это щит, что ли? Нифига. А мне не сказали, что это работает как щит? А монстр просто. Монстр боевой подготовки. Маленький боец духов. Давай быстрее. Схватайся. Блин, а прикольно. Даже анимация сумки сделана, когда летишь. Прикольно. Сюда. Так, X. Поднять объект. LTX, чтобы показать куда. Вот получается так. Блин, LT. И... Х двигать объект. Этот кошелек угарно тащит.
Спасибо, мужики. Пойдемте посмотрим, что еще есть. Вот тут, потому что... Да, здесь что-то есть. Что такое? Они какую-то фигню схавали. Bubblegum. О, вот там что-то тоже есть. А я могу стрелять? Нет, не могу стрелять. Да ладно. Открыть. 25 каких-то кристалликов собрал. Так. А вот эти лисицы, кстати. Применишь. Почистил такой. А чё это, плюс в карму? Да? А, ещё, наверное, одна должна быть такая лисица, чтобы её притаранить сюда, да? Нет, да, нет, да. Да, нет. Чё, на ту сторону, да? Я так правильно понял? Ну да, вон белым горит. Погоди, а тут-то что, надо посмотреть все. Что, даже ломать ничего? О! Еще 25 кристаллов. О! Это что? Подвините. Ага, и... Что-то непонятное. О, опять проклятая земля. О! Это что, мой первый босс? Мой первый босс. Позволь мне помочь. Я могу излечить тебя. А, так это этот мужик вначале. Он улетел. Я знаю таких, как ты. Ты ощущаешь силу, что течет в этих землях. Но... Ты не в состоянии понять ее. Смерть и скверна. Лишь они остались здесь. Эти земли можно исцелить, но ты должен уйти, дух. Уйти в мир иной. А, это дух. Это вот эта маска деревянная. Чужая. О чем писал вначале, что маски, типа, не все духи не уходят. Брошу свой народ. Точно, росток. Вот меня и научили, что это щит. А, вон у меня энергия установлена. А я могу что-то сделать ему? Бей, бей, стреляй, нет? Активируйте в нужный момент, чтобы... Ничего не понял, что делать надо. Вот так надо бросать. Да ёлки, не так. Нет, не так. Еще один урон, и я погибну. А, так его, наверное, просто... Вот я тупой, блин, ужас. Я думал, надо как по-особому бить. А его просто бить надо.
Воу-воу-воу! А похилиться можно как-то? Половину хп снесли. Фуф! Один, конечно, один удар. Фейл. Эпик фейл. Так, это мы уже видели. Теперь я понял, как содраться, все. О! Это было круто! Серёж! Как я так парировал прям четко? Надо прям четко-четко очень было парировать, походу. Опа, это кто? Еще один. И еще один. А моя секта растет. Выходите. Теперь тут безопасно. Гляди, Сая, она убрала порчу. А мелкие едят ее. Им нравится. Якена, почему вы в лесу одни? Не волнуйся, мы давно можем о себе позаботиться. Мини-путы. Да, вижу. Вы оба молодцы. Вы знаете, кто этот дух в рогатой маске? Не знаем, но рядом с ним порча становится сильнее. Ну, а что ты здесь делаешь, в лесу? Ищу священный горный храм. Покажите дорогу? Священный горный храм. Если хочешь добраться до горного храма, сперва помоги нам. Наш брат Тара потерялся в лесу. Прошу, помоги ему. Отличная идея, Сая. Ей это расплюнуть. Помоги найти Тара, и мы отведем тебя к храму. Так, нужно идем. Найти какого-то Тара. Чё? 8 из 12? А есть... О! Карта появилась. Карта появилась. Так, подожди. Вот это туда, да? Ну-ка. Это я тут был, руины гнилушек. А вот деревня. Вроде ничего не загорается. Ветерок. Фига. Кена. Bridge of Spirit. Походу мы закончили обучение. Музыка, конечно, прикольная. Красота. Черт, я побрал. Отлично.
Так, а может оттуда бы сверху и было видно, где храм? Так, это мы спустились, да? Да, спустились. По дороге-то нету сразу гнилушек. Какая длинная дорога, ужас. Этот мелкий на плече... О, я так понимаю, показывает нам этот... Деревня. Ух, ёкало, я аж испугался. А, меня еще это и ранит, как бы. Что у них деревня-то какая-то убитая. Походу надо уничтожать эти штуки, чтобы открывать новые локации на деревнях. Ну, достаточно ничего так. Помогите, Тара. Опа! Так, а чё не открывается? А. Сейчас. Одна минус. Где-то мне вторую показывала же. Вон. Вторая. Сейчас. Вторая лопнула. Еще есть где-то? А, вон в доме третья. И открылась в центре. Сейчас. Изи, 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 изи. А эти-то не очистились, то есть надо еще. О. Найдем тележку со шляпами. Это, видимо, контрольная точка или быстрый телепорт. Видимо, здесь открытый мир, наверное, будет. Ну, прикольно. Карма и улучшение. Уничтожайте искорненных врагов, восстанавливайте окружение и отыскайте эти плоды, чтобы кормить всех гнилушек. Все эти действия создают карму. В неуничтожении используйте карму, чтобы открыть новые способности. Кена может улучшать свои основные навыки и получать способности с гнушком для проведения мощных атак. Сейчас у меня молот с гнилушками. Бам! РТ и Х. А, карма 100 нужна, типа. Ну, сейчас рукопашная и щит. Быстрая атака со спины. Контрпарирование. Бам. После парирования нажмите РБ, чтобы провести вращающуюся атаку. Как, бля, вообще парирование делать, я не представляю. А, то есть, как я и предполагал, нужно щит просто один раз юзнуть, когда вот, да, точно в нужный момент. Доступна новая шляпа гнилушек. О! Это что? Горшок. Доступна новая шляпа для гнилушек. Лавка. А, типа на каждого можно одеть. Вечеринка 2 из 3 торта. Золотая гнилушка снять. А, вот, золотая гнилушка. А что за...
Суровой люк. А, это посох, да, по мне? О-о-о. Такие сидят в шляпах теперь. Таро там? Через барьерник. Может, Заджу поможет? Обычно Саджу. Он сидит в храме масок. Это там, где священные деревья. Так, обследуйте этот храм масок. Так, ой, еще одна штучка. Тут что? Какие-то чайные листья. Заварим чайку, наверное. А, это шляпка новая. Клевер. С тортиком. Самое такое прикольное, подозрительно чилитое. Такой. Эти шляпки все можно сразу купить. А, ну правильно, что если на каждую гнилушку покупать по 10, то в принципе так. И дешевле. О, проклятый сундук, победить всех врагов. Надо было парирование попробовать. Круты какие-то нападают на меня тут. Я есть груты. Ага. На, сожрали фрукт. Ух, нифига. Ух, нифига. А золотиться же можно так. На всей этой фигне. Вот так. А чё тут? Чашка, блин. Так, мост закрыт. Понятно. Сюда. Тряхнули такие банку, поняли. Подняли такие, потрясли такие, оп-оп-оп, монетки вытряхнули. Так, а тут что, такое чувство, что... А, изучить. Ручей, протекающий под кузницей, несет с собой энергию из горного храма. Что-то интересное, но пока вообще непонятно ни в коем разе. Это что там такое? И как мне это заюзать? Что такое-то? Ну ладно. Мы все вроде исследовали. Так, вот тут. Конечно, FPS что-то у меня садится нормально так в этой игре. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ужас. У нас заканчиваются припасы. Надеюсь, в амбаре хорошие запасы. Надо проверить. Наверное, амбар. Походу, что-то надо открывать, чтобы дальше продолжалось. Здесь что? Я буду ждать тебя возле святыни воды в забытом лесу. Либо это какие-то персонажи потом надо будет... О! Открывать сюда. Хавали. Кстати, теперь же улучшение можно сделать. Прикольно. Ау.
Зеленый. А где храм масок-то? Я что-то не понял. Так, вот там мы поговорили, там А вон, впереди. О, а там что-то золотое. Босс? А, тут еще какая-то маска уже. Там какая-то синяя лисица нужна маска, а тут какой-то непонятный дракон нужен. Подожди. Это же гнилушка. Ах ты прятка, блин. Сраная. Плюс одна гнилушечка. Больше точно нигде их нету? В доме чё? Что видел? Там в чашке сидит вот. Ха, только в чашечку уселся. Блин, прикольно. Вот олени, которых я там видел разрушенных. Музяка заиграла. А ты понравилась гнилушкам? О, старикандра. Обычно они скромные. Но что-то мне подсказывает, что ты пришла сюда не в поисках лесных обитателей. Здравствуй, дух. Я ищу священный горный храм. Наша деревня связана с энергией храма, но эта связь давно ослабла. Теперь здесь смешкают духи, ставшие узниками наших былых трагедий. Туда, наверное, вход будет потом. Ты должна помочь им, если хочешь добраться до храма. По пути я встретила двух детей. Они просили помочь некому Тару. Неудивительно, что Бенни и Сая нашли тебя. Они умные малыши и сделают все ради их брата. Но Тара, наверное, уже нету. Мы всегда вырезали маски из дерева, чтобы почтить тех, кто ушел. Здесь маски медленно обращаются в прах и помогают духу на пути к следующей жизни. Мой отец был проводником. У нас разные обычаи, но он помог многим духам совершить переход. Значит, ты знаешь, что происходит с духами, неспособными уйти. Это маска Таро. Она связана с его духом и поможет тебе выполнить обещание, данное детям. Наверное, Таро стал злым духом. Присмотри за Бенни и Саей. Ну, точно, сложно понять судьбу своего брата, значит... Чтобы надеть маску духа, чтобы отыскать путь, открывать барьеры духа и обнаружить вокруг себя важные объекты. Так, как маску-то надеть? Вот. Хитро. О! А, шкерка. Ой, всем что-то у меня стик проходился. Постоянно дальше, чем нужно листается. Тут пошла гнилушка куда-то сюда. Опа. Туда. Хей! Еще один. О, сундук. А как перебраться?
достаю. А тут, наверное, мне сразу дамаг нанесется, да? Я сразу почти помер. Точнее, сразу помер. Понятно. То есть нужно как-то вот те камни... Не стреляет. И так никак. Ладно, я вернусь попозже. Не беда. О. О! Так вот как оно. О, а там что такое? Там какая-то точка синяя. Камни. Куда это меня ведет? Что я должен сделать? Может, мне чего-то не хватает? Ладно, вернемся попозже все-таки. Видимо, надо идти постепенно. Так, у меня есть маска Таро. Значит, я теперь могу пройти сквозь Таро. Врата Таро. О, вот только что вот там было что-то. Это... Или это показывает не вход? Да, это, наверное, вот это показывает, да? Да, врата духа показывает. Сколько еще осталось гнилушек? Всего 24, офигеть. 7 гнилушек здесь. Где здесь 24 гнилушки-то, мать его? Гора. 3 шляпы. Почта духов. Эй, это маска Таро? Тебе... Может, она уберет барьер? Да, я уже это понял. Это может, дух Таро. Конечно, о, приведет. Вот бочечка была. Я заметил, что она сверкнула. О, там плохие духи наверху. Тоби давно уже не видать. Обычно он играет с детьми из дома напротив. Вот тут, что ли, дом напротив? А там что, получается, почту, что ли, какую-то найти надо? Или чего в эти ящички положить, что-то нужно? Оба, это что такое? Вот там что-то есть, вижу. Все, больше не вижу. Вот что тут надо делать? Ну, реально какого-то умения у меня не хватает. Я просто сломать не могу. Оба, это вот я не заметил.
Но это не особо помогло. Так. Давайте еще осмотримся и, думаю, на этом закончим. Отпустите объект. Подождите, я пока не понимаю, куда его тащить. А, вот сюда его тащить. И вот сюда. Ага. Не подвинете? Взаимодействовать. А там, кстати, с лисицами, по-моему, что-то пропустил. А, вот, дох, почту дохов. Точно. Я же говорил, нужно найти какую-то почту. Это, наверное, этот как раз. То, что, типа, играл напротив. Да? Да. Да. Значит, надо изучить там, типа, подсказки и посмотреть, где они, черт побери. Ау! На тебе. А чё, ещё не все? Я думал, все. Оба. О! Дух, зверек. Одного отправили. Переправили. В курятнике такой сидит. Черт, чё, я перепутал тебя с золотистой, с какой-то приятненькой штучкой, думал. Секретик интересненький. Желтый гриб, шляпка. О, кушайте, карма. Так, а сколько? 35 кармы. Улучшение. 50, 150. Всё, и тут ничего больше нету, да? Вроде как да. Вот тоже почта духов. А вон эти опять горы, а вон ящик. Все понятно. В этом году снег тает быстро. Посмотрим, открыт ли проход к дому Руссу. Руссу. Какой-то Руссу. Дом Руссу нужен. Тот тупик. Ай. Он полетел туда, но мы не можем пройти. Опять эта гадость прекратила путь. А, ну вот как раз тут и закончим. Вот, походу, сейчас будет драка. Гнилушки способны очищать те особые цветы, чтобы восстановить здоровье Кены. Запускайте гнилушек на цветы, если Кен находится в бою, здоровье восстанавливается автоматически. А как его пробить, тащить-то? А. Так, вот эти, наверное, да, цветы? Нет? Я погиб даже не от босса, серьезно.
живем, не могу ударом гнилушек делать. А, они потому что спрятались. Со щитами самое неприятное, по-моему. Ау, ау. Мощно может разбивать его. Все, да? Все? Все? Так, вот про фонтаны, наверное, сейчас расскажу, да? Вот расцвело что-то. Смотри, Кена, я знаю, что это. Лесные слезы временно возвращают гнилушек к изначальной форме. Используйте, чтобы двигать его благополучно, лучше находиться в этой форме. Они способны гнать врагов, разрушать барьеры и очищать скверну. Ого, взгляни на гнилушек. Какие они милые. Вот это да. А что они умеют делать, Кена? А, все, сообразил, вот так, да, они умеют делать. Все, понятно. Там, значит, у дома также надо, эта фигня откроется, и надо ее, короче, гнилушек вот так вот сделать и вести их, короче. И вот проход открывать вот так. Бам! Вот и все. Так можно сюда, очень Кена. Много очищать. Здесь что-то есть. Спорим, тут может вырасти слеза. Здесь должно быть еще что-то. Давай поищем. Вот так. Вот туда. Видимо, ее надо вот сюда двигать. Видимо, там... А, там, значит, тоже надо найти ее сначала. Смотри, гнилушки справились. Вырастили еще одну. Ой, сколько... Так, еще последнее осталось. А, не еще так можно делать. Оба, это что? Кстати, маску надо надеть. Так. Так.
Думаю, здесь закончим на вот этом вот. Тут так уже получилось дофига. Всем спасибо за просмотр. Пока.